Друзья, всем привет! Как вы знаете, сейчас строим свой дом. И в данный момент происходит процесс укладки плитки. Плитка на пол и на стены в ванной. В ванной имеется окно, откосом которого будет плитка. Как-то давно товарищ мне предложил испытать одну приспособу для запилов плитки под 45 градусов. Называется заусовщик. Если честно, я его достал из коробки, так как он был еще новый, посмотрел на него и подумал, что какое-то сложное приспособление. Не для моих умов, и поэтому откос в ванной мы сделали под алюминиевый уголок. Но забегая вперед, скажу, что теперь немного жалею. Все оказалось немного не так. У меня появилось немного времени разобраться с заусовщиком, и хочу поделиться принципом его работы. Во-первых, имеется вот такой маленький столик для крепления. Собирается легко. Далее, на самом заусовщике имеется 6 подшипников, которые обязательно должны быть выстроены в одну линию. С помощью линейки, входящей в комплект, это легко проверяется. И при необходимости подшипники ослабляются и регулируются. Далее, берем болгарку, снимаем кожух и диск и пробуем установить в заусовщик. Если УШМ не подходит, то в комплекте есть хомут под другой размер редуктора. Откручиваем гайки и переставляем хомут. Теперь устанавливаем болгарку и затягиваем болтом хомут. Для дополнительной фиксации используем обычный червячный хомут, прижимая корпус болгарки к корпусу заусовщика. Далее ставим диск. Используется алмазный диск, но для лучшей работы нужен алмазный диск для заусовки, как на фото. Но для эксперимента попробую обычным. Можно увидеть, что диск расположен неровно относительно рабочей поверхности заусовщика. Это легко исправить регулировочными болтами. После того, как примерно выставили болгарку, работаем либо заусовщиком по плитке, либо плиткой по заусовщику, предварительно зафиксировав его на столике. Пробуем сделать рез и при необходимости корректируем глубину и угол пропила. Происходит все очень просто. Вся установка и настройка заняла минут 5. И теперь получается идеальный запил под 45 градусов. Есть еще одно помещение, где будет укладываться плитка на откосы. И тут я уже буду настаивать на использовании этой приспособы. Потому как такой откос выглядит гораздо интереснее, чем с уголком. Друзья, вот такой кратенький обзор на недооцененную мной в начале приспособу. Надеюсь, информация оказалась полезной для вас. Если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, как вам такая приспособа, годная или нет. Подписывайтесь на канал, если не подписано, и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!